Это были последние слова Владимира Комарова, которые услышали на земле. Спускаемый аппарат идет на посадку. Кажется, все неприятности позади. Корабль засекли с поисковых самолетов. Летчики докладывают. Видим аппарат. Идет на посадку. Открылся вытяжной парашют. Потом наступает молчание. А через некоторое время роковое. Горит на земле. Какими были последние минуты жизни Владимира Комарова, мы не узнаем никогда. Бортовой магнитофон с последними словами космонавта расплавился. Пленка превратилась в пепел. Сгорел и бортжурнал, в котором Комаров подробно записывал детали полета. Самая известная легенда о смерти Комарова, о том, что якобы пилоты самолетов, заметившие падающий корабль, слышали Комарова по радио. В последние минуты жизни он откровенно крыл матом правительства, ЦК КПСС и лично Леонида Ильича. Но это неправда. Связь с космонавтом перед посадкой была возможна только через антенны на стропах основного парашюта. А этот парашют на корабле Комарова так и не раскрылся.